Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с тобой продолжаем играть в The Tenants. Это у нас пятая серия, если я не ошибаюсь, и мы с тобой сейчас попробуем выполнить работу присмотра за детьми 0 из 3, которые у нас. Сообщение, смотрим, мы спасибо за помощь в решении проблемы, я только что отправил вам деньги за этот период, это нам не интересно. Мы смотрим задание, задание у нас присмотреть нужно нам. Поиск подходящего арендатора. Вот, нужно присмотреть за моими людьми, принять. Самое главное, мне сказали что-то читать сообщение, что ли, что-то там такое. Здравствуйте, Дмитрий, я только что узнал от своего домовладельца, что вы временно будете моим новым помощником. Немного грустно, так как мы хорошо ладили. Будем надеяться, что вы отдадите ему должность с наилучшими пожеланиями, Максим Валенсия. Давай будем с тобой с наилучшими пожеланиями. А что у нас за требования арендатора-то хоть? Бюджет, осталось время 6 дней. Что делать надо? Что, куда иди-то? Ну-ка, глянем. Ой. Что он там должен не делать, что он должен делать? Или может быть... Камера слежения переехал один день назад. Уровень счастья в текущих условиях несчастен. А, не понял, а как я должен... Что нужно сделать-то? Эй! Камера слежения. Может быть, что-то нужно сделать, нет? Что нужно сделать-то? Он телевизор смотрит, пусть радуется, хрен ему. Тип персонажа — инфлюенсер. Профессия — работник по уходу за детьми. Я сам за тобой сейчас ухаживаю, дружище. Не очень ясно. Требования арендатора, смотрит, потребности — голод, мочевой пузырь и еще что-то. Ну пусть ходит в туалет. В чем проблема? Отопление, газ, электричество исправно. Просторная квартира. А зачем мне нужно за ним смотреть? Что мне с ним нужно сделать? Просто он там типа живет и живет, и пусть живет. Ну, осталось 4 дня, наверное, да, наверное, пусть живет. Как бы херли мне. Ты там? Здесь что-то произошло с электричеством. Твою мать, отправлю профессионала за 350. Наконец-то, я так и ждал. Ой, тараканы, тараканы. А что с тараканами делать? Убить тараканов. Давай убьем тараканов. Ну-ка. Я хочу убить таракашек. Я сейчас пришлю дядю. Дядя, давай лупась. Ведь недаром. Москва, говорит, спаленная пожаром. Французу отдана. Ну-ка. В этой комнате тараканов. Он же ничего не делал, он просто смотрел телевизор. Откуда тут тара... Подожди. Не до конца добил. Он просто смотрел телевизор. Откуда у него в квартире взялись тараканы? Он же ничего плохого не сделал. Что внезапно произошло, чтобы таракан... Отлично, открыть приложение. Да, дед, давай, уходи, не мешай человеку жить. Уверен, да, конечно, хочу покинуть. Это же не мое помещение. Пусть живет здесь человек этот. Так, сколько дней осталось? 3 дня осталось, все делов-то, ну. Несчастен 19, это же его проблема в конце концов. Я разве виноват, что он несчастен? Это он несчастен, он не хочет радоваться жизни. У него просторная квартира, он сидит, телевизор смотрит. Тараканы все... Ой, извини. Тараканы всех поубивали. Все. Радости должны быть полны портки. А он сидит и несчастен. Ладно, пусть живет себе, не парится, а мы пойдем... О чем мы пойдем? Мы ждем, пока у нас. Да? А на эту кнопочку что делается? Не знаю, что делается. Мы просто будем ставить на ускорение и выполнять задание. Сообщение. Спасибо за помощь в решении проблем. Пожалуйста, пожалуйста, мне не жалко. Там профессионал, надеюсь, поменял все в проводку всякую или что-то там еще. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мышей, мышей, мышей надо давить. Деда как туда отправить? Или ему не надо, ему не страшно? Эй! Как мне мышей-то отсюда вытравить? Почему он не жалуется на мышей? Он занимается своими делами или что? Ну, видать, да, ему вообще фиолетово. Мышей увидел! Твою мать, они у тебя полдня уже ползают по этой, по твоей квартире. Я отправлю дядю. Дядя, давай ставь мышеловки, крысоловки, чтобы негоже было этим мышам поселяться в квартирах, за которыми я присматриваю. Ну как-то неправильно получается.
Я тут присматриваю, вы мне репутацию портите. Правильно, правильно. Давай, беги сюда, мышь. Молодец. Умница. Так, открыть приложение. Деду надо. А, дед вышел сам. Спасибо за решение проблемы. Хорошо, пожалуйста. Угу. Ну, этот, говорит, смайлики удивленный и влюбленный рисует. Значит, все хорошо. Думаю, мы удовлетворили все требования нашего заказчика и... все хорошо, все хорошо. Да, смотри, один из недавних 5 звездочек дали нам, во-первых, денег, 4000 долларов. А еще мы выполнили одну из 3 задач по присмотру за детьми. Вот отлично, вот это хорошо, вот это мне нравится, вот это хорошо, это меня радует. Что наконец-то прояснилось хоть... Ой. Прояснилось хоть что-то. А нельзя теперь только это выполнять? Ладненько, давай по ремонту, полный ремонт небольшого ресторана. По требованию полный ремонт, бюджет 14 тысяч долларов. Принять, давай посмотрим, что же там нужно нам сделать. Наверняка нибудь какая-нибудь ерундистика, блин, которая уже не ремонтоспособна. Начать уборку, давай, дед, чини столы, чини коробки, ящики и все тому подобное. Может быть, продадим, наваримся. Ой, блядь, будет прибыль-то наша попрет вверх. Да? А может быть и нет. Так, ну, вроде бы как бы все, убрался, убрался. Чуть так медленно я перемещаюсь по квартире, что прям не... С шифтом быстрее. Классно. Вот это логика. Так, выход. Дед, на выход. Да, я хочу выйти. Так, и мы начинаем делать ремонт. Начинаем, я говорю, делать ремонт. Смотрим здесь, значит. А чё мы смотрим-то? Кухня, столовая, ванная. Ванная, 2 ванны. Столовая и кухня. Ну, смотри, вот это 2 ванны будет. А чё в ванной должно быть? Так, подожди, ванная. Унитаз, туалетная бумага, раковина и все. Значит, это 2 ванны, вот это столовая, вот это будет кухня. Не кухня, а этот, столовая. Значит, ставим вот здесь вот, у нас коричневые стены должны быть под цвет так нашего называемого, любимого. Угу. Вот так. Бетон. Почему он до сих пор не, это самое, не покрасил? Он не определил комнату, в какой я это делаю. Мне кажется, здесь и так все ясно. Вот эта ерундистика, по-моему, нигде не нужна. Я могу продать за 400 долларов и... купить на эти 400 долларов что-то гораздо более полезное. Правильно, правильно. Так, давай холодильник поставим. Холодильники будут стоять у нас с тобой... 3 холодильника. Ничего себе, 3000 долларов надо потратить. Или сколько-то? Сколько? Ну, давай вот этих вот больших захерачим вот сюда вот прям. Раз... Нет, вот так. Ну и вот так, собственно. Ну, почему нет? Вроде красиво. Ну, тут немножечко в подоконник упирается, ну и ладно. Открыть смогут, самое главное. Остается у нас 9388. Кухонную раковину мы залепим, наверное, все-таки вот сюда. Куда-нибудь вот... По типу вот. А раковин зачем столько? Зачем столько раковин? Плиты, раковины. Не, давай плиты пока. Плитами займемся. Плита будет стоять у нас вот здесь вот с тобой. Не знаю, на кое она... Нет, вообще некрасиво. Вот это вот дело продать нужно. Вот это продать, а вот плиту нужно поставить вот сюда. Чтобы загадить все стены маслом, жиром, вот этим... чем готов... Что там готовить будут? Вот этим всем заляпать. Плита для ресторана, конечно, не прям кайфовая. Мне кажется, там должна быть специально какая-то такая промышленная, ну, типа большая, с большим полотном, на которое можно будет класть еду, на которое можно будет готовить. Но дело не наше, дело нашего заказчика. Но будем освещать все-таки плиту, чтобы видно было, что мы тут готовим. 7 тысяч долларов осталось. Мне кажется, мне не хватит денежек, чтобы сделать все необходимое для этого ресторана.
Видать, нам придется продавать половину кухонная тумба, половину продавать нам придется, и как хочешь, так и живи. Ну, готовить, короче, мы будем. Блин, кухонная тумба. Давай вот сюда вот захрена. Нет, вот здесь должна быть одна раковина. По-любому одна раковина вот тут должна да быть. Ну, типа, без нее здесь никак вообще. И тумбочку тоже одну поставим вот сюда. Чтобы наш заказчик мог здесь помыть руки, ноги и что там мыть будет. Вот так, правильно? Правильно. Сюда поставим мы сейчас с тобой кухонные весы. Хотя нет, кухонные весы в зоне приготовления. Здесь как раз-таки будет вот это вся приготовление. Не зона приготовления, а вот эта вот грелка, мешалка, помывка и все подобное. Вот сюда поставим. Мне кажется, у нас денег дали только на одну комнату, не на всю, на весь ресторан. Это грустно. Очень грустно, но что ж мы сделать можем? Ничего, заказчик жмот, поэтому вот выживаем как можем. Просто выживаем как можем. Тумбочка нам нужна. У вас тут какие-то шумные жильцы, разберитесь. Хорошо, я сейчас разберусь, подожди. Вправо я поговорю с ним. Эй! Мандосика! Ты зачем шумишь? Чего жужу? Кого его-то? Постараюсь быть тише. Я понял, что ты постараешься быть тише. Конечно, постараюсь, у тебя вариантов нет. Кухонная раковина, вот она. И поставим кухонную раковину. Ой, кухонную тумбу вот сюда. Куда она? Вот сюда вот поставится. Кухонная тумба. Вот так поставится кухонная тумба. И вот так поставится кухонная тумба. Кухонные тумбы все есть. Одну кухонную раковину нам нужно еще прилепить. Нахрена нам нужно ее прилеплять, вообще не ясно. На самом деле глупость получается. И абсолютно бесполезная раковина. Хотя. Зачем мне расчет одна раковина? Зачем три раковины? Три холодильника, две плиты, три раковины. Тупость, блядь. Ну ладно. Хозяин барин, говорю. И мы не будем ему перечить. Пусть живет, как ему нравится. Ресторан все-таки его пусть делает. Но 5000 долларов мне не хватит ни на что. Поэтому не обессудь, дружище. Нам не хватит денег. Кухонька закончилась. Делаем столовую. Стул. Едите его колотить. Стол. Линолеум. Линолеум. Возьмем какой-нибудь подешевше, чтобы он не сильно бил по карману. Наверное, вот такой, правда, от такого-то прям, ну, не знаю. Ну, посветлее, столовка всякая такая приемлемая. Столик уже сэкономили, ля, как мы хорошо его починили. Ошалеть, как мало денег осталось. Желтый? Синий или желтый? Ну, будет вот, вот такой. Лепота, 3600. На 3600 сделать столько покупок совершить на 3600, это немыслимо, немыслимо, очень немыслимо. И мы даже не знаем, что будем делать с этим. Ну, давай вот так вот захреначим. Чё ж, нам жалко, что ли? Столик, столик, столик. Давай столик вот сюда, столик поставим. Поставим столик вот сюда. У окошек сделаем столики, типа, ну, типа, пусть будут. Криво, конечно, косо. Блин, но зато есть столики. Зачем я так все сделал? Не знаю. Продать и вот купить вот такой вот столик. Потому что он дешевле. Давай поставим вот сюда вот. Правильно? Давай вот сюда куда-нибудь. Переместим вот этот столик вот сюда куда-нибудь. Ну, пусть будет вот здесь вот. Не знаю. Пусть криво, пусть косо. Но чтобы друг другу никто особо не мешал. Вон те, конечно, друг другом будут стоять. Ну, ладно. Мне не жалко. Пусть стоят. Стулья мы выбираем самые наиудобнейшие. Естественно, самые не наиудобнейшие, так как наш заказчик — это важный человек, важная персона. И мы обязаны удовлетворить его заказ, потребность. Правильно? Правильно. А если правильно, значит, мы... Блин, ну как-то... Давай хоть сюда еще один поставим стол. Стул, точнее. Давай отсюда просто переместим его туда, вот хотя бы, чтобы у нас было по два стула точно. Пусть сидят вот так.
Отделка стен, картина. Какая отделка стен? Что это? Казино? Не, казино у нас явно не пахнет. У нас будет такая, знаешь. Ну, если казино предоставлено этим клиентам, нахрена, правда, его предоставил клиент этот. Ну, хозяин. Как я уже говорил, хозяин барин, пусть вот висит где-нибудь вот тут вот, типа. Вуаля! Радости, полные портки, наверное, будут у нашего заказчика. Раз здесь будет написано казино, это. О! Ну и давай повесим календарик, типа. Посещение туалетов по календарю. Был бы лунный, вообще было бы очень кстати. Да, и ваза с картиной. С картиной ваза, ёлки-палки. Будет у нас с вами какой-нибудь вот такой вот... Такой незамысловатый портрет. Для чего он будет? Хрен его знает. Давай вот здесь вот... Вот здесь где-нибудь его влепим, чтобы он был, типа... Ну, блин, сказали картину прилепить. Мы прилепим картину. И вазу. Вазу мы поставим... Ошалей, ты видел цену? Цена-то какая? Вот сюда вазу поставим. Чтобы из вазы пили люди, которые придут в этот... в это заведение. Дартс нам нужен. Дартс. Дартс это, наверное, в декоре, нет? Дартс в декоре или в чем? Дартс у нас... В специальном. Ну, блин, ну не, погоди, пока дартс рано. Предпочтительный предмет, это, конечно, хорошо, но нет. Мы сделаем пока что... Отделку полов ламинат. Захреначим вот так, вот так. И в синий цвет покрасим стены. Все. У нас остается 2300. Унитаз компакт. Поставим вот такой вот. Не особо дорогой, не особо дешевый. И вот сюда вот его влепим. Напротив будет раковина. Нет, вообще как-то некрасиво получается. Как они будут руки мыть? Хотя, может и получится. Вот такой вот, типа, ну, блин, здесь вообще не надо сильно заморачиваться над этими раковинами, не раковинами. Какая есть, такая нет. Будем мыть руки прямо с унитаза, чтобы было удобно. Да, правильно, так и сделаем. Щетка для унитаза. Щетка для унитаза, обычная белая. Какой рукой удобнее-то? Левой, наверное, да? Хотя какая разница, левой, это туалетную бумагу нужно брать с унитаза. Ну, давай поставим вот это красивое. Вот сюда. И все. Правильно? Правильно. Вторая ванная. У нас с тобой будет унитаз компакт такой же, который был и в том... В той комнате. Думается мне, что вот так вот будет вообще огонь. Но здесь у нас с тобой мешает немножечко поставить раковину окно. И думаю, что да, она не влезет. Поэтому раковина будет стоять вот здесь. И, собственно, тогда щетка для унитаза будет стоять вот тут. Угу. И туалетную бумажку мы, опять же, эту уже залепим. Пускай радуется. Покраска стенка коричневый. Ёб твою мать. Коричневый. Для мальчика, для девочки или для чего? Почему коричневый-то? Ну на. Мне ж не жалко. Деньги-то остались. Да, на дарт, смотри-ка, остается. Значит, мы с тобой сейчас его и купим. Почему бы нет? Деньги... Ой, куда я поехал-то? Деньги уплочены. Каша, мед, говно и пчелы получается. Некрасиво. Вот сюда вот картину повешу. По обе стороны будет у нас с тобой картина. Или не будет? Нет, одинаковый вешать тоже не камильфо. Некрасиво получается. Да, вот эту вот захреначим. Нет, она размера другого. Может быть, вот эту? Ну, уже никуда не шло. Давай вот так вот поставим. Все, сдаем проект, пусть радуется. Эй, там не декор мало, декор мало было, только... Ой, сказали, кстати, да, чтобы посмотреть, какой... что-то там нужно нажать, чтобы посмотреть, какой предмет дает больший декор для этой комнаты. Я что-то как-то не буду над этим заморачиваться, знаешь, это типа... Прям надо совсем уж быть задротом, чтобы это все дело... отслеживать, отсматривать и все дела там. Ну, я не знаю, я человек простой, я сделал... Вон клиент ходит, говорит, с мордой недовольный, а я что могу сделать? Денег мало выделил. Если бы дал побольше денег, я бы тебе замутил тут только так. А ты... Вот, спасибо, что тебе улыбнулся. Смотри, какие туалеты я одел. Ну, ты что до них... Ой-ой-ой-ой. Ты что до них даже не дошел-то?
Открыть приложение. Ёб твою мать, необходима мебель. Используй дешевую мебель, а ты на дорогую денег не дал. Да пошел ты в жопу. Первое впечатление. Предметы могут быть более модными. Да пошел ты. А сколько он мне денег дал? Подожди. Горячий пред... А. Игрок. Отзывы. 5200. Оплатить все. Горячее предложение какое-то там написали. Задание. Это вот это, что ли? А мне бы при присмотру. Что-нибудь такое, чтобы я это... Проблема с роутером, бляха-муха. Да ты меня заколебал уже. Сейчас слово. Дядь, помоги сходить. Не роутер, это холодильник. Какой раз тебе объяснять, женщина? Ты ничего не понимаешь в технике. Я тебе уже говорил, что это не роутер. Правильно, правильно. Мы с тобой уже до этого говорили ей, что это уже давным-давно роутером не нужно называть. Это холодильник. Да, я хочу покинуть помещение. Ой, женщина появилась в туалете. Ох ты ж! Какая ты красивая стала. Мы заходим в сообщение, во-первых. Парню удалось, это дед мой. Дядя, какой парень, ты чё такое говоришь? Принять. Не знаю, что это там такое. Срок бонусной оплаты убраться в квартире? Серьезно, убраться в квартире? Да мы уберем сейчас, мне жалко, что ли. Начать уборку. Давай, дед, шуруй быстрее. Не очень грамотно, я расписал маршрут. 75 тысяч долларов. Ошалеть, если здесь... Блин, задача только убраться в квартире. Это купюры, что ли? Ёлки-палки, он купюры подметает. Ничего себе, это да, этот богатый домик такой. Неплохо, неплохо. Они мусорят деньгами. Мусорят деньгами. Мажоры, блин, мажоры. Что с них взять, да? Что с них взять? Отремонтировать телевизор, он чинит с большей вероятностью, чем этот стул. Как-то он больше, наверное, в электронике силен. Дружище, это надо собирать в карманы, а не просто так. А это что такое? Вот, я же говорю, 57% вероятности починки какого-то трюмо и 70% выбросить нахрен. И 70% починки телевизора. Вот это молодец. Можно это все продать еще, елки-палки. Я могу взять в хранилище игрока, смотри-ка. Но мне оно нахрен не нужно, наверное, да? Мы с тобой пока не будем так заморачиваться. Настолько-то зачем? Вот рояль бы я бы скоммунизил, конечно, отсюда. Потому что он, ну, типа, красивенький. Почему бы нет? Почему бы нет? Хотя, вообще, наверное, можно забирать отсюда все. Ой. Глобус не смог починить. Телевизор смог починить. Рояль смог починить. А... Давай, бери. Сделать ремонт в квартире все-таки здесь нужно. Ладно, давай пока тогда не будем все брать отсюда, так как может быть это нам понадобится для дальнейшего ремонта. Дед, давай, ты уже сутки убираешься. Да, я уверен, что хочу покинуть помещение. Ну-кся. И что? А, да, начать ремонт. Производственный цех! Пивоварня, спальня за 75 тысяч долларов. Ничего себе. Кухня, ванная, комната охраны. Давай мы все это вот пока вот так, ой, вот так вот понажимаем, чтобы видеть общую картину, чего нам нужно сделать. А, давай начнем с этого. Со спальни. Спальня, наверное, будет у нас с тобой... А где она у нас будет? Она у нас нигде не будет. Она у нас будет с тобой... Это балкон? Или все-таки что-то такое интересное? Видать балкон, да. Видать это улица все-таки. Значит, это будет у нас комната охраны. Нет, комната охраны... Подожди, я что-то не очень хорошо понимаю. Комната охраны будет на выходе. Вот здесь вот мы стенкой отгородим и все. Типа... И все. И пусть они там сидят в этой комнате охраны.
охраняют что-нибудь там свое. А, в комнате охраны должно быть много чего, нет? Давай сделаем, посмотрим. Склад оружия, экран слежения, DVD, телевизор, компьютер, компьютер, серверная башня. Блин, места-то хватит здесь, чтобы это все организовать или нет? Вот в этом квадрате. Блин, мне кажется, что нет. Хотя, хрен его знает, может быть получится. Склад оружия. Ёшкин кот, телевизор мы поместим, конечно, компьютер тоже мы... Давай сделаем, сделаем, да, это вот здесь вот, не будем мы очень сильно париться, потому что мы можем не париться, мы можем себе сказать, блин, я не буду париться, я буду делать именно так, как захочу. Так, дверь поставили, все отлично, погнали делать покраску стен. А, комната охраны будет радоваться цветочкам на стенах, будет радоваться всему, чему только можно, красиво, богато. И... А что это? А, окно, нормально, все, нормально. Так, давай начнем с экранов слежения. Экран слежения у нас в одном варианте, поэтому дешевле мы купить не сможем. Экран слежения, да, давай будет стоять вот здесь вот. Ну-ка, вот так. И второй экран слежения будет стоять вот здесь. Ну, они должны быть рядом. Зачем они, правда, одинаковые нам нужны, я не понимаю. Глупость. А парковка где? Здесь есть парковка разве какая-то? Здесь нет парковки. Тем более вот такой. Или у меня глюки, или есть. Нет, там нет такой парковки. Обман чистой воды. Или не обман? Обман, обман, все это ерунда, это просто картинка. А склад оружия будет стоять рядом с этой вот ерундистикой. А нет, склад оружия будет стоять ни черта не рядом с этой ерундистикой. Склад оружия будет стоять прямо вот здесь. Чтоб все видели нашу мощь, точнее мощь нашей охраны. И все думали, ни хрена себе у него охрана, надо поближе поставить. А ближе что не ставится? Беда, проблема, блин, смотри, не в притирку к стенке стоит. Ну, что ж мы можем с этим сделать? Ничего мы не сможем с этим сделать. Серверная башня ставится рядом со складом оружия, чтобы поражать всех своей красотой через дверь, так же, как и склад оружия. Ставим компьютер. Кстати, нет, телевизор мы вот сюда вот... А, телевизор у нас вот он. Телевизор нам покупать не нужно, нифига. Мы его повесим или вот сюда? Нет, мы его сюда не повесим. Мы его повесим вот сюда. Смотри, как хорошо он входит. Вот здесь он будет у нас висеть. И компьютеры мы поставим куда-нибудь вот сюда. Так, один вот такой поставим. И один вот такой поставим. Правда, они ничем не отличаются, но мы... А, он не считается компьютером, что ли? Подожди, он не считается компьютером. Это ноутбук. Продать, продать. Это ноутбук, а мне нужен прям компьютер. Да кто же за такими работает-то? Это старенький компьютер, но он уже ничего не тянет, мне кажется. Сердце офиса после дня продуктивной работы может стать доступным домашним развлечением. Да, доступным домашнее развлечение с танцами с бубном. Вот что это может быть. А на компьютер нельзя никак это все дело поставить, нет? Че она будет мешаться? Че она мешаться посреди дороги будет, не знаешь? Я тоже не знаю, ну пусть вот здесь вот стоит. Комнатка охраны вот такая у нас будет. Типа, готово. Все, дверь-то будет у нас, нет здесь? Наверное, будет когда-нибудь, но пока что нет. Пока что не будет. Так, ну давай сделаем гостиную. Нет, давай мы сделаем... Пивоварня, что нужно? Много чего нужно пивоварню. Пивоварня будет, давай вот... Нет, здесь... А, все-таки это закрытые ерундовины. Это давай тогда вот здесь вот сделаем производственный цех. Ну-ка. Вот здесь будет производственный цех. Вот здесь будет какая-нибудь, не знаю, там, кухня, не кухня. Вот здесь будет какая-нибудь спальня, не спальня. А вот тут вот будет у нас... Блин, я даже не знаю, как это все расположить. Вот тут вот будет спальня, давай. Вот тут спальня будет. Окна, правда, зачем-то наружу идут. Не знаешь? Я тоже не знаю. Хер его просыт. Придумают сначала, а потом мучайся. Ба-ба-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам. Ладно, давай вот здесь вот производственный цех мутить. Производственный цех. Незаконное вещество. Незаконное вещество, это, блин, не очень хорошо. Ты знаешь об этом, нет? Незаконные вещества хранить нельзя. Они, блин, незаконны. Именно потому что... Вешалка для лаборатории. Желтые стены. Да может стены вот так вот надо сделать, нет? Можно их здесь вот замутить?
Эй, строительство. А почему? Как я должен это сделать? Я не хочу вот здесь вот эту вот ерунду. Или я обязан здесь эту ерунду сделать? Я что-то не вкуриваю. Честное слово тебе говорю. Строительство. Я хочу поставить стену. А почему? А, то есть я должен это все внутри, что ли, организовывать? Я дурак, что ли, настолько? Я не пойму. А зачем мне тогда вот эти все здания? Глупость какая-то получается. Ладно, давай мы сделаем... Что мы сделаем? Мы сделаем вот что. Мы поставим вот это вот сюда. И так как у нас заказчик не подумал над расположением наших будущих предметов. Наркотики, представляешь? Ужас. А может не наркотики, может какие-нибудь эти кошачьи мята. Блин, ну я вообще в замешательстве. Я даже не представляю, куда это... Рояль нам нахер нужен, нет? Пианино нужен, да, пианино нужно. Ну, пускай тогда будет стоять вот тут. Не? Пианино не считается, если она будет стоять вон там. Не считается. Блин, ну давай спальню тогда вот тут вот отгородим. Да хрен его не знает, вот что нам нужно сделать. Спальня будет, короче, вот тут. Ой, вот тут будет спальня. Заходишь, а у тебя здесь спальня. Вот просто спальня. Все, комната есть. Здесь у нас с тобой будет... Что у нас здесь будет? Какое-нибудь служебное помещение. Здесь настолько же служебное помещение, как и здесь, только немножечко больше. С выходом, кстати, на балкон. Сколько у нас должно быть комнат? Одна. Смотри. Производственный цех, пивоварня, спальня, кухня и ванная с гостиной. Получается сколько? Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Шесть комнат. Ладно, вот здесь вот ванную с кухней мы как-нибудь замутим. Типа вот кухня, вот ванная, ладно. Вот третья, вот четвертая комната. Но пятую и шестую мы как-то должны все-таки сделать. Все-таки, наверное, придется нам с тобой... Нам с тобой придется все-таки, наверное, что-то сделать с этой ерундой. Просто получается, что здесь гостиная, вроде как гостиная, а... Что-то, блин, я прям даже не знаю. У меня голова вообще сейчас что-то не понимает, как это нужно сделать. А давай дверь здесь к хренам собачьим снесем. Она нам здесь не нужна. Как удалить дверь? Как удалить дверь? Собака ты такая. То есть я вообще не могу с этой стеной что-ли ничего делать? Хорошо. Не, представляешь, не могу ничего с этой стеной сделать. Вообще ничего не могу с этой стеной делать. Только вот с этими. С внутренними стенами могу что-то делать. Ладно, давай тогда сделаем следующим образом. А каким следующим? У нас с тобой просто должно быть. У нас с тобой должна быть вот здесь вот где-то кухня. Ванная, скорее, вот это вот будет. Потом... Давай ванную сделаем сразу, чтобы она нам не сбивала с панталыки. Блять, хуй мы здесь сделаем ванную-то? Это маленькая комната получается. Ну, какая-то ерунда, честное слово тебе говорю. Как я должен, блин, все здесь организовать? Вообще, спальня должна быть с выходом на балкон, а вот это вот все не должно здесь быть. Так, ладно, давай вот это вот сделаем. Вот так. Здесь сделаем ванную лучше. А вот здесь сделаем спальню. А спальня будет с выходом на балкон как раз-таки. И что-то мы в ней вот типа сделаем. Вот такое. Спальня-то как спальня. Вот. Или вот так вот сделаем. Я не знаю даже. Можно же вот так сделать? Можно, наверняка можно. Что-то я за все деньги, что ли, плачу, я не пойму. Да, я за все деньги плачу. Я и за...
строительство из-за... Ошалеть. Ну ладно, давай мы сделаем вот здесь вот вход в спальню. Не знаю, я прям что-то вообще расстроился как-то, что-то чуть-чуть дорого как-то получается. Сделаем спальню. Здесь будет рояль этот, пианино стоять. Красные стены. Дорого-богато. Линолеум. Какой-нибудь вот такой. Нахрена он здесь нужен, непонятно. Вообще что-то мне не ясно. И тогда... Да, ладно, и ничего страшного, оплачу потом. Я пока не нуждаюсь особо в деньгах, у меня нет острой необходимости, поэтому можешь... Да я знаю, отстань, пожалуйста. Я занимаюсь важным делом. Я делаю спальню людям. Переместить вот сюда. А что это у нас есть? Да поставь! Почему не ставится? Прикинь, не ставится. Она не ставится. А что мне с ней делать-то? Что это вообще? Это письменный стол. А почему я с ним ничего сделать не могу? Продать могу зато. Вот так счастье. Двуспальная кровать нам нужна. Вот сюда поставим. Мне кажется, это такая безвкусица. И ты смотришь сейчас и думаешь, какой же я... Какой же ты дебил, скажешь. Чё ты вытворяешь? Зачем ты это делаешь? Почему у тебя настолько все плохо со вкусом? А я скажу, блин, дружище. Я не специально. Я просто не думал, что такой сложный проект появится. Телевизор повесили. Все здорово. Мольберт. Мольберт поставим его вот сюда вот. Типа смотришь в окно, рисуешь. Пишешь, как там правильно говорится. Пианино мы несем вон оттуда. Ну, возьми пианино. Вот так. Норм? Норм. Ну, возьми ты стул-то этот. Ну, молодец. Так, поставили. Офисный стул и письменный стол. Офисный стул и письменный стол. Ну, блин, ну, конечно, можно что-нибудь придумать вот здесь вот. Можно мольберт передвинуть вон туда, куда-нибудь в уголок, к хренам собачьим, чтобы он нам здесь не мешался. И не париться. Давай, искусство все будет вот в той стороне, работа и сон вот тут. Угу, правильно, правильно. Письменный стол мы поставим вот такой вот, простецкий. Недорогой. Нет, чтобы в окно, из окна солнце светит, спать не хочет, чтобы вообще было здорово. И офисный стул. Это офисный стул. Давай вот такой поставим. Ой, смешка, какой красивый. И ноутбук. Ноутбук поставим тебе вот такой, чтобы ты работал здесь, а не бил баклуши. Правильно, правильно, спальня готова. Комната охраны готова. Ванная. У нас должна быть душевая кабина, ванна, унитаз компакт, раковина для ванны, стиральная машина, туалетная бумага. Чё-то до хрена всего, и я думаю, что мы это все дело даже не сможем уместить. Хотя, если постараться и сдвинуть немножечко стену вот сюда, вот. Как ты считаешь? Да, думаю, если вот мы поставим стену вот так, то в целом уместить все можно. Только дверь вот сюда, да. Давай поставим отделку полов плиткой. Вот такой. Ой, я же в глазах рябить стал, представляешь? Ужас какой. Я тупой, да, сейчас? Я тупанул, я не на ванную посмотрел. Отделка полов камень должен быть. Ну, дурак, я что могу сделать? Прочитал и сделал сразу, а подумать не успел. 52 тысячи долларов у нас с тобой остается на все про все. И это очень-очень грустно. Ванну мы поставим с тобой вот такую. Такую, она вроде как бы богатая тоже. Ой. Дорого-богато, тоже смотрится вроде неплохо. Душевую кабинку мы поставим. Ну, вот, чё ж уж мелочиться, вот такую. Туалет. Унитаз компакт мы влепим вот сюда. Нет, это вообще не классно. Вот сюда влепим. Унитаз. А, раковину-то надо тоже куда-то ставить. Так что давай раковину для ванны поставим вот сюда. Угу. И поставим сюда вот стиралку. Ну, какую-нибудь такую, да, хорошенькую. Блин, ну а куда мне ее поставить, чтобы она мне здесь не мешалась? Ну, давай в ванной будет стоять вот тут. Или вот сюда вот. Давай на выходе поставим, типа вот
пусть стоит здесь. Не знаю, она очень здесь ни к силу, ни к городу, но... А что же мы можем сделать? Мы сейчас сделаем просто, чтобы было. Унитаз, туалетная бумага, щетка для унитаза. Туалетную бумагу мы лепим вот сюда. А щетку для унитаза мы лепим вот сюда. Опять же, чтобы из раковины вода не капала и не размачивала нашу туалетную бумагу. Ладно, с ванной мы разобрались. В принципе, неплохо. Ладненько. Поехали с тобой, значит, делать кухню. Кухня у нас с тобой будет... В кухне у нас что будет? Кухня какая должна быть? Холодильник, кухонная раковина, плита, кухонная тумба, кухонное оборудование, отделка... А, ну, короче, кухонное оборудование — это вот эта вот ерундистика. Как вариант сделать здесь где-то... Где пивоварню-то я должен сделать? Не знаешь? Давай кухню вот здесь вот замутим. Тоже ни к чему в отдельной комнате, да? Вот здесь вот лучше с окошком сделать в комнате. В комнате с окошком нужно сделать кухню. Пока не будем ограничиваться этой всей ерундой. Блин, а как стены-то покрасить? Да я просто не знаю, 6 квадратов хватит или 9 нужно квадратов на кухню. Вообще, по-хорошему, 9. Но тогда получится вот здесь вот ни к чему, ни к... Да, блин, да пошло все в жопу. Будет чем больше, тем лучше. Так, и дверь поставим. Вход где-нибудь вот здесь. Нет, вот здесь, в кухню вход будет. И сделаем здесь с тобой хорошечный ремонт. Покраска стен в... Покраска стен в коричневый, говорю. Давай, покраска стен в коричневый. Опять же, дорого-богато. Отделка полов плиткой. Примерно как в этой... А где я сделал плиткой? А, я по ошибке там делал, да? Или нет? Я не помню уже, где я делал плиткой, представляешь? Кухонное оборудование, холодильник. Самое главное на кухне — это холодильник. От него все должно расти. В холодильнике хранится твоя еда, значит, это самый важный элемент. Самый-самый важный элемент. Вот эта мудовая раковина, которая наискосок, вообще мне не нравится она. Могли сделать нормальную человеческую, нет? Разве вот сложно так это сделать? Не думаю, что сложно, блин, почему нельзя? Кухонная тумба, кухонное оборудование. Давай прилепим сюда какую-нибудь... вот такую вот ерундистику. И давай поставим сюда еще и микроволновочку. Подожди, вот это вот дело мы переместим. Вот сюда поставим. Переместим вот сюда микроволновку. Блин, она же замкнет нахрен от того, что мы тут воду поставили. Раковина же здесь, правильно? Правильно. Ну ладно. Замкнет и замкнет. Это не наша забота. Все, кухня тоже сделана. Блин, наверное, да, надо было оставлять 2 квадрата и не мучиться. Поставили бы вот так вот. Я думал, просто это займет гораздо больше места. Но, а что ж уже сделаешь-то? А что сделаешь? Можно снести стену вот эту вот и оставить здесь гораздо больше места. А зачем я? Че, как я все равно не использую это место? Пивной чан. Пивной чан выглядит гораздо, ну, более чем увесисто. Так что мы, наверное, все-таки вот эту вот пивоварню поставим куда-нибудь. Да, вот здесь вот пивоварню организуем. Строительство. Все, так, запрещенные вещества мы все с вами сейчас уберем. Пивоварню, вход с центра. Берем. Вот это дело перемещаем. Ну, чтобы оно нам не мешало. Угу. Так вот, чтобы оно нам не мешало здесь. И все, наверное, давай замутим здесь с тобой пивоварню. Покраска стен синий цвет. Это дело простое. Покраска... Ой, отделка полов камнем. Это вот простое дело. Пивной чан ставим вот сюда. Так, ну где-то здесь должен быть доступ, наверное, к чему-то. Вот, наверное, к датчикам вот к этим, значит. Вот так. И, наверное, вот так. Правильно? Правильно.
стул. Стол? Стол. Стол, ёлки-палки, стол. Ну, давай стол здесь сделаем самый обыкновенный какой-нибудь. Ну, здесь вот какой-нибудь стол поставим. Бочка. Самое главное, это бочка, блин. Вот это вот, да, это место занимает, конечно, вагон. И первым делом, наверное, надо было бочки все-таки разместить. Они гораздо больше места занимают, чем мы думали. Вот это вот сюда поставим, вот это вот сюда поставим. Бочки мы уже размещали в предыдущей серии, когда делали ремонт в каюте. Блин, вот это я зря, конечно. Третью бочку, блин, места нет, представляешь? Места нет для третьей бочки. И как жить? Как жить? И никак не жить. Придется, наверное, ставить все-таки вот, вот так вот это все дело. Правильно? Так вот ставим. Перемещаем вот сюда. И умещаем бочку еще одну. Красота. Стол мы ставим вот сюда. Ну, пусть будет. И стул ставим вот сюда. Какой-нибудь такой хороший, на котором будет удобно сидеть. Наверное, вот, вот на таком. Чуть мне кажется, что на нем очень удобно сидеть. Так, пивоварню тоже мы завершили. И получается, нам сделать нужно только камеры видеонаблюдения. Надо еще залепить. Но это мы, ладно, это мы сделаем. Производственный цех будет у нас с тобой где-то... Где-то вот с выходом, наверное, на балкон. Вот здесь вот производственный цех будет. И гостиная, вот это вот все будет. Блин, вот комната, какая квартирка, конечно, такая сраная получилась. Ну а что ж мы можем сделать? Что мы с этим можем поделать? Ничего. Это закуток просто будет, и ладно. Типа, ну а у кого закутков нет в доме? Вообще здесь вот так вот нужно сделать, и вот здесь вот так вот нужно сделать. А вот здесь нужно застроить стену. Разрушение нужно двери сделать, построить стену. У нас сколько денег? 34 тысячи. Я думаю, нам за глаза хватит этих денег. И мы не будем сильно думать над этими деньгами, так как у нас заказчик богатый. Желтый, наверное, пчелиный. Покрасим, плиточкой отделаем. И... Незаконное вещество. Первым делом вот та же вот сюда перемещаем. Переместить. Переместили. Так. Все, значит, мы с тобой еще должны поставить сюда вешалку для лабораторной одежды. Она должна быть у нас на входе где-то. Вот здесь. Газовый баллон должен стоять где-то вот в этом вот углу. Чтобы если рванул, так вот эту стену разорвало, а не основную часть квартиры. Сейф также рядом с баллоном. Нет, рядом с баллоном вообще не классно. Ставить сейф на входе тоже не здорово. Ладно, вот пусть будет стоять вот здесь. Нет, он должен быть в углу. Некрасиво получается как-то. Давай рядом с баллоном с газовым поставим. Если что, бомбанет, так бомбанет. Нахрен весь сейф разлетится к хренам собачьим. И все. И все, незаконных веществ... Еще незаконное вещество нужно. Куда ж тебе столько незаконных веществ? Тебе посадят. Тебе посадят. И все, и пойдешь по этапу. А, еще один газовый баллон. Подожди, я же... А, еще, точно, да, один газовый баллон. Осталось стул и стол. Зачем я столько, блин, всего напокупал? Ой, зачем я такую огромную комнату, а для этого все тогда отделал? Вообще непонятно. Остается для меня загадкой. Давай вот такой вот большой стол поставим. Посередине. И два стола поставим посередине. Чтобы делить на них или работать. Не знаю, что на них будут делать. Ой, некрасиво получается, неровно. Вот так? Ну, более-менее, типа, да, сходится. Ладненько. Значит, ставим стул. Стул поставим такие же, как и там были. И вот здесь такой же поставим.
Пусть разговаривают. Смотри, производственный цех у нас тоже сделан. А это значит, что осталась только гостиная. Гостиная будет вот это вот. Правда, у нас места под гостиную как таковой не осталось. Что у нас в гостиной должно быть-то? Ёлки-палки. Серый цвет. Покрасить стены. Такая себе гостиная. Ковер. Розовый ковер. Не очень классно будет выглядеть. Давай серый ковер. Рулетка. Рулетка, ёлки-палки. Ну ты такой богатый у нас человек. Такой прям сразу видно его достатки. Достатки. Блин, ну получается, что вот такая у нас гостиная сраная получилась. Ну, чё ж делаешь-то? Ну, телевизор мы захреначим, наверное, вот сюда. Да? Или где? Да блин, у нас все получается как-то по-неправильному. Вот здесь будет телевизор висеть. Ребят, сильно меня не плюйте, потому что я не виноват, что так получилось. Я не хотел так все некрасиво делать. Я хотел, чтобы было все здорово, а получилось что-то как всегда. Диван-то нужен, нет? Или тут... А, стулья нужны. Стулья нужны. Давай со стульями определимся. Будем ходить вокруг стульев. А, все, стулья кончились. Стулья больше не нужны. Картину захреначим. Ну, вот эту классную прям вообще. Блин, что это за картина такая? Слушай, я такую не знаю. Почему? Потому что я, наверное, не просвещенный в этом деле. Ну, повесим вот сюда куда-нибудь, чтобы вот примерно посерединке стены висело. Ну, прям не очень прям посерединке, но в принципе норм. Безвкусица, но что ж теперь сделаешь? Бильярд, бильярд. Бильярд нужно ходить вокруг стола, значит, пусть ставить вот здесь. Я вообще, вот, я не... Сейчас я покер. Тида, ты тут игровой зал, что ли, решил устроить? Что ты делаешь-то? И рулетку. Отстань. Дядьку отправлю. Ладно, блин, дядьку нельзя отправить, профессионала отправляем. Коврик. Ну, коврик давай... Такой коврик. Ну, давай такой коврик поставим, повесим, положим. И, получается, нужна рулетка и лампа. Ладно, пусть рулетка будет вот здесь. Херота получилась, короче. И лампа. Лампа будет у нас вот такая. Ну, пусть висит. Вот тут. Все. Готово. А лампа что? Лампа не лампа, что ли? Лампа не лампа, ладно, да, вот здесь вот тогда будет еще лампа. Вот так будет стоять, и будет всем все здорово. Еще нам нужно с вами повесить камеры видеонаблюдения. Вот такие камеры видеонаблюдения. Пусть она висит вот тут. Нет, вот тут. Палит. Пусть вот в этом месте палит, чтобы... Блин, вот тут вот, наверное, чтобы видно было всю комнату, чтобы видно было и сейф, и свои запрещенные вот вещества мы видели. А здесь, значит, если нас придут убивать, то... То что? То у нас не вешается камера, только вот тут вот можно повесить. Ну, пусть вот здесь висит. И так, и в ванной. Естественно, в ванной нужна камера, чтобы... Ну, вдруг... А вдруг что? А, камера видеонаблюдения в пивоварне — это самое важное... часть. Чтобы бочки не своровали, нужно повесить камеру вот сюда хотя бы. И повесить камеру на комнату охраны, которая смотрит, чтобы знать, выходил ли кто оттуда или нет. А на кухне также будет работать персонал какой-то, за него нужно отвечать, поэтому пусть камера висит и здесь. И, собственно, где у нас осталось... Не осталось камеры? Нигде. Везде они есть. Так что давайте мы это задание сдаем. Декор маленький, декор маленький. Серьезно, декор маленький. Высоко настенное растение. Маленькое растение, большое растение, барный стул, мотивационный постер, кухонная тумба. Кухонные весы, вытяжка. Настенная лампа. Вытяжку давай сделаем. Вытяжку, мебель.
Декор, не декор, это у нас с тобой кухня. Столовая. Это не столовая, это мне кухня нужна, вытяжку. Странненько вытяжка наискосок стоит, ну ладно. И еще тут мотивационный постер должен быть. А шалей какой мотивационный, чтобы прям все точно знали, что я сам себя каждый день мотивирую. Dream Big. Вот сюда вот влепим. Dream Big. 64, блин. Кухонные весы, настенная лампа, огнетушитель, микроволновая печь, чайник, блендер. Блендер. Давай блендер еще влепим. Мне ж не жалко. Деньги все равно не мои. Блендер. Блин, тумбочку надо сначала поставить, потом уже блендер ставить. А у меня такие тумбочки-то? Да, вроде такие. Блендер. Блендер, блендер, блендер. Ставим вот сюда. И весы поставим тоже, чтобы удовлетворить. Правильно? Правильно. Где тут кухонные весы-то? Ты видишь кухонные весы? Я не вижу уже. Я, блин, заигрался. Я уже все, я всю внимательность потерял. 86. 86. Блендер, тостер. Тостер можно еще влепить. Давай тостер влепим. Тостер выглядит как? Вот так. 92. Ну, блин, осталось все ничего. Вытяжка, настенная лампа, огнетушитель. Настенная лампа. Ну, давай настенную лампу еще присандалим сюда. Ох, блин, я уже прям все, у меня кукушка едет от этой игры. Представляешь, все, уже все. Я прям уже готов упасть, просто упасть. Сто процентов декора. Здесь у нас где что? Спальня. Считается только один. Настенное растение, маленькое растение, большое растение. Давай настенное растение, большое растение повесим. Чтобы наш заказчик оставался доволен. Где большое растение? Вот оно. Вот так. Декор 7. Ёб твою мать, что так мало-то? Большое растение. Вот высоко, среднее, низкое зеркало. Блин, ваза, часы настенные. Картину можешь ему тоже сюда захреначить, чтобы он прям радовался жизни, не? Такую дорогущую. Прям, чтоб прям, ого. Или не париться и просто пусть живет себе и не думает даже о том, что у него будет что-то красиво. Или все-таки повесить. Не, ну картину-то надо повесить. Вот сюда, например, пусть срисовывает. И вот сюда, например. Блин, 26 декор. Все, в жопу, нахрен, не хочу я этот декор выстраивать. Это уже прям ерунда какая-то получается. Давай сдавать проект. Вроде все мы сделали. Вроде все правильно, вроде все здорово. Всем должно понравиться. Вроде все самое дорогое брали. У нас даже денег осталось, вагон. Просто 10 тысяч этих долларов. Ну, все нравится. Уходи, давай уже решай. Ну, какова твоя оценка? Открыть приложение. Вообще, пятизвездочно. Ты представляешь? Дали нам 15 тысяч долларов за это задание. Отлично, отлично. 353. Едите, колотить. Ну не, ну это дорого. Ну ладно, давай на этом заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Давай оплатим счета. Ставь лайк, обязательно подпишись на канал, прокомментируй. Поделись видео с друзьями, родственниками и всем, кого ты знаешь, чтобы они посмотрели и подписались на меня тоже. До встречи с тобой. Встретимся с тобой в новом видео, в новой серии этой игры. И до скорых встреч. Пока.